Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 15 082 рубля. В прошлом видосе мы, к сожалению, весь балик просрали. Причем у нас был реально громадный баланс, но я начал открывать сверхдорогие кейсы, заигрался, и в итоге, ну, знаете, моя стандартная история, все просрал. Полетели со старта, откроем Воин Дракона, 5 штучек на 10 тысяч рублей. И в идеале, что прямо в начале меня этот кейсик хорошо окупал. Так, 1700 так себе падает. Не знаю, вроде новый кейс, но я что в прошлом видосе его открывал, что в этом начинаю видос с него, но он просто не выдает. Хотя новые кейсы, у меня лично в голове сложилось впечатление, что все новые кейсы на любом сайте выдают хорошо. Но что-то тут это так... Ну хотя ладно, работает, нормально. Мы со старта видоса поднимаем плюс 2000 рублей к балансу. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так и закончишь, ну все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также напоминаю, за карты за депозитный рубль вам дают один дракоин. Вы можете сюда вот как сам перейти, зайти в режим полет к золоту, вот так вот покупать яйца драконов. Они будут лететь определенное расстояние, и если вы падаете на остановках, то вы лутаете какой-то жесткий скин. Если между остановками, иногда может повезти, упадет что-нибудь хорошее, иногда не очень, тут все решает рандом. Но мы, кстати, неплохо сейчас пролетели, но до 250 тысяч метров нам еще далеко. Там следующая остановка у нас будет не скоро. Но 100 рублей упало, я говорю, если между остановками, то обычно падает так себе. Давайте еще одну купим, также за 7000. Но я думаю, ну в течение 2 недель, по идее, мы должны 250 тысяч метров добить, как бы уже 150 тысяч. То есть еще по факту 100 тысяч, и мы спокойно добиваем вот эту вот остановку. А вот здесь мне, правда, очень интересно, какой скин упадет. Так, что нам сейчас падает? Можно что-нибудь за рубли, ну, хотел сказать 500 или 1000, но не выходит так. Ладно, у них еще есть барабан бонусов, вы можете первый раз его крутануть, если просто регаете по моей ссылочке в описании под видео, а второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халяву тоже можете собирать. Ладно, а мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас попробуем покрутить бобр курва. Мне вот этот кейсик нравится тем, что он лучше всего подходит для фарма всех бесплатных. Он если сливает, то совсем на чуть-чуть. А обычно еще и хорошо купает, отлично, 5600. Мы продаем и открываем еще 5 штучек также. Так, 4300, еще 5. Но я говорю, если сливать, то на 200 рублей, если окупать, то на косарь. Ну вот можно так будет продолжаться. Отлично, 5 окупа, еще 5 штук. Так, 2700, ну вот это немножко хреновато, ну нормально, иногда-то он должен слить чуть побольше. Еще 5 штучек. Так, 4800, это считай в нуле, еще 5. 3800, еще 5. Давай, родной, можно мне пробить, ну, наверное, 1020 на этом кейсе? Я бы отсюда прям с удовольствием бы ушел. При этом мы бы там уже почти все бесплатки открыли. Короче, было бы красиво, если бы я пробил 20 кусков. Но уже, кстати, 18 тысяч на бальке. То есть осталось реально чуть-чуть. Слушайте, 18300, давай, дальше также меня купай. 5200, отлично. На балансе уже 19 тысяч рублей. Плюс 1000, давай, и я отсюда ухожу. Ну, 2800, сука. Ну, надо было меня прям под конец слить. Причем очень противно. Еще 5 штук открываем. 6400, на балансе 19300, еще 5. И можно, пожалуйста, 5600 на балике 20 тысяч рублей. И при этом мы открыли все бесплатки. Я говорю, самый лучший кейс для фарма бесплаток — это бобр курва. Но он просто лидер. Вот других таких кейсов нету. Вот я его прям обожаю. А мы полетели открывать бесплатки. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открываются постепенно. В зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. С элитного в идеале, ну, в среднем выбивать 1004-5, ну, дух бездны. Что-то мне кажется, даже если прямо с завода будет стоить, ну да, 1700. Не, ну 1700 на халяву приятно, но просто элитный в среднем выдает от 3 до 4000. Все, что ниже 3000, это обычно уже не повезло. А платиновый нам выдает Фамас Джин. Да что? А что сегодня с бесплатками происходит? Сколько ты стоишь? Ну ладно, тысяч, ну 1200 для платинового более-менее. Остальные кейсы обычно что-то супер жесткое не выдают. Но я их все равно открою, потому что всю халяву забрать стоит. Ну в идеале нам сегодня, наверное, 1030 пробить. Но это так прям вот в самом лучшем исходе ролика. А так хотя бы просто завершить видос в плюсе. Я уже буду доволен результатом. Так, у нас остались камни ржавые. Также быстренько их открываем. Тут нам падает 60 рублей и последний это ржавый. И я, наверное, сейчас пойду что-нибудь уже более дорогое пооткрываю, потому что балик более-менее позволяет. Давайте сейчас тронем магический, посмотрим, как он выдаст за 2500 рублей. Можно 1010, 200 и 2600, отлично. Вот, можно еще разочек также выдаешь, и я ухожу по-братски. 470, ну это хреново было. Ладно, я хотел порисковать. Карточка за 4000 куда-нибудь вот сюда. Так я думал 9600 в моменте, а это 960. Ну хреново, на балике 21 тысяча. Ладно, красный за 5555 рублей одну штуку. Родной, пожалуйста, один окуп выдаешь, и я отсюда ухожу. Пожалуй. Блядь, какое пламя дракона, ну что ты выдаешь?
2200, еще один быстро. Но подтвержденка, смотря какое качество. 4400, говно. Да сука, ну какое адское пламя. Ну дай мне плюс, ну, блядь. 4400 нам падает сейчас красного, еще один. Ну да, да, код красный, спасибо большое, 3900, еще один. Вот, наконец-то, фальшон кровавого Путина нам падает, мы продаем. И на балике 24 тысячи, ну у нас, считай, столько и было. Ну хотя не, я когда пришел в красный, у меня было 21 тысяча, то мы более-менее в плюсе. Ладно, пантера, можно? Пантера онка. Или топливный инжектор, отлично, 13300 нам падает. И у нас на балике ровно 30 тысяч рублей. Я вот люблю, за что желтый, потому что здесь часто падают вот эти вот два калаша. Это пантера онка и, не, не золотая арабеска, здесь я ее еще не выбивал. Где? Топливный инжектор. Вот он, да, вот эти вот два скина, они стоят до хрена и падают реально очень-очень часто. На балике 30 тысяч рублей, и я предлагаю на такой прекрасной ноте, когда мы подняли плюс 15 тысяч рублей к балансу, считай, удвоили наш первоначальный балик, заканчивать видос. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про драконы, барабан бонусов, бонусы, короче, халявы на сайте очень и очень много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, за видос, где мы удвоили первоначалку, подняли плюс 15 кусков за 8 минут записи, у вас монтажом это еще меньше, но, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий, это даже не обсуждается. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.